сколько стало? 5.45! Охуеть! Это серьезное нарушение! Как вы можете нам это объяснить? Подрукина! Ты что же было? Скажи комиссии с одной целью задавить. Кто ты такой? Ты ничтожество! Ты не правда, что я пришла вами? Я просто не разбудили. Эй, Алё, что там врач сейчас? Мне нужна больше вера в светлое будущее. Нужна покорность Буковски. Нарушала режим! Я пойду против вас в суд! Через несколько месяцев я выиграла первый в истории этой колонии суд против охраны! Суд против охраны! Кому нового года? Домой, полицай! Я пошла в суд за всех, кто бесправен, за всех, кто не имеет слова, за всех, кто лишен этого слова теми, кому надо за врать! За всех, кто бесправен! Зал начальника превратился в зал суда над начальником! Правила гарантируют осуждение 8-часового срока. Это не запрет. Не запрет. А почему не запрет? Это не имеет отношения к рассмотренному нами случаю. Это не имеет отношения. Это печатка. Это ошибка. В Америке придутся говорить правду и ничего кроме нее. В России уголовно ответственность за лжесвидетельствование. Вас тоже клятву вести может, клятва остановит. О чем я? Погоны сильнее клятв. Погоны сильнее клятв. Никто не должен знать, что происходит. Освещенный смотрит из окон, как я иду вдоль бараков. Мы с тобой, спасибо. Страна строгого режима. Посмотри вокруг. Революция — это не постель и взрослый. Революция — это битва между будущим и прошлым.